Ранние работы художника в основном посвящены религиозной тематике. Картина «Испытание Моисея огнем» создана художником приблизительно в 1505 году. Эта картина Джорджоне имеет также другое название – «Отрок Моисея перед фараоном» и отражает один из эпизодов жизни пророка Моисея во время его пребывания в Египте. Моисей в Библии – первый пророк, основатель религии Яхве, законодатель и политический вождь израильских племен, возглавивший их исход из Египта и основание государства в Ханаане. По Библии Моисей происходил из колена Левия, был сыном Амрама и Яхаведы, братом Аарона и пророчицы Марьян. В то время, когда он родился, жестокий фараон повелел истреблять всех еврейских младенцев мужского пола. Поэтому мать скрывала Моисея в течение 3 месяцев, а затем положила корзину и спрятала младенца в тростниках. Здесь его нашла дочь фараона, которая дала его на воспитание кормилице по чудесному совпадению, оказавшейся родной матерью Моисея. Дочь фараона полюбила Моисея как родного сына, но юноша увидел, как надсмотрщик, египтянин, избивает еврея. Убив египтянина, Моисей скрывается в земле Мадиамской. Моисей женится на Сепфоре, дочери священника из этой земли. В главе 3 книги «Исход» описывается явление Моисею на горе Хариф, ангела Яхве, из горящего и несгорающего тернового куста. Бог наделяет Моисея способностью творить чудеса и посылает вывести из Египта сынов Израилевых. Моисей и его брат Аарон приходят к фараону и требуют отпустить свой народ. Но фараон лишь вводит для евреев новые повинности, и они ропщут на Моисея. После чудесного превращения жезла Аарона в змея, пожравшего посохи змеи египетских магов, Яхве через Моисея посылает 10 казней египетских. Фараон отпускает евреев, но затем пускается за ними в погоню. Воды Красного моря по знаку Моисея расступаются перед евреями, а фараон со своим войском тонет.